В администрации территориального управления Кубинка активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» провели рабочее совещание по вопросам реализации окружного партийного проекта «Военные городки». Инициатива направлена на поэтапную модернизацию и развитие инфраструктуры военных городков, расположенных на территории муниципалитета. Ее куратором стал депутат окружного совета, член фракции «Единая Россия» Владимир Виницкий. Для связи с населением был сформирован общественный совет, работу которого курирует депутат «Единорос», военный комиссар городов Одинцово, Звенигород и Краснознаменск Вячеслав Клявень.